то время, когда где-то падает очередной спутник или сообщается о задержании какого-нибудь миллиардера в генеральских погонах, загнивающая Европа опять одарила нас чем-то новеньким. Они вытащили на свет беспилотный электробус, который сейчас ходит по набережной норвежской столицы по новому маршруту номер 35. Пока что запущено в тестовом режиме всего две машины. Одна из них называется Metz, другая называется Uda. Что проект запущен в тестовом режиме, и до конца года будет действовать вот этот маршрут. Будет ходить всего два автобуса. Немножко об автобусах, вернее, об электробусах беспилотных. Они на самом деле беспилотные, но внутри сидит какой-то додик, больше похожий на хипстера, который всем предлагает смузи. Нет никакого контролера. Электробус вмещает в себя 11 посадочных мест, обязательные условия, никаких стоящих мест, и все обязательно должны быть пристегнуты. А этому товарищу, который выполняет роль скорее гида, ему абсолютно все равно, есть у вас билет или нет билета. То есть я вам сейчас попробую это все показать. Overtaken and moving away from it. It's just an obstacle for the brake. So if you are 50 meters away, it will slow down very easily. But if you are walking in front of it 2 meters away, it will brake very hard and it will stop. Okay, we wanted to ask you this because it's interesting. It's very interesting and it works. That's the most interesting for me. It really works. So with developing the software within 5-10 years, it will be normal. Thank you.
Ну что, дорогие мои, вот он тот самый МЭЦ электробус. И выглядит он вот так вот. Таким вот. Со всех сторон. Выглядит вот так вот. Загнивающий запад. Что с ней взять? Маршрут номер 35. Ходит от Випетангена до... Таким образом. Вот так он и выглядит. Вот это чудо выглядит таким образом. Вот это хреновина такая. Я Эрмарс еще раз. Так, погнали. Электробус уехал. Загнивающий запад, блин. Че с ней взяли, блин?